Эй, тут есть кто-нибудь? Нет. Глянь-ка сюда. А, шелестящие дубы. Черт, я же бывал тут в детстве. Я сзади, развернись, эй. Ну-ка, верни-ка. Что тебе надо? Шоколада ты, Новым годом. Да, тебя так просто. Хотя у тебя да. Нет, меня уже не скупил, у тебя как? Не скупил почти. А, здорово, да? У меня сейчас он уже скупил. Уберите от меня! Уберите, уберите! Уберите его от меня! Я так понимаю, что полный... Хорошо было до тех пор, пока другие игроки не начали скидывать. Наверное, он правильно свое. Готовы! Ну да, извини, конечно, но я так. А к счастью, у меня тут проблем посерьезнее. Ну я как бумер, у меня проблем уже нет. Да-да-да-да-да, молодец. Вот, и, вот, вот напевай лучше какую-нибудь песню, чтобы успокоиться. Блин, тащи свою сон. Спокойно, спокойно. Так, а где этот злобный человек? Все возьмите себе оружие! Ну, да что ты куда-нибудь убегать? Ты про это, вот про... Ты про Скретчер, что ли? Я... Нет. Я... Ты там, я говорю. А не про Скретчер. Убираем зажигательные патроны. Давайте устроим тут пожар, ребята. Вот он. Как тебе поездочка, а? Никак. Не заметил. Как ты меня не спасёшь? Иногда удается этот грязь. А иногда нет. Хотя нет, только в этом не стреляйте в машину! Без паники, великий Скретч вернется обратно. Вставай! Ох, это было больно. Не бойся, дорогуша, я тебя спасу. Взял шприц. Египетская сила. А ну покажись! Держи! Кому здесь? Второй раз он. Короче, так. Слушай внимательно. Рядом со мной валяется дефибриллятор. Слушай, как ты знаешь, что он делает, поэтому заработал. Давай, давай, ты меня еще можешь спасти. Да, такие извращуги бегают. Вы, ребята, меня это извращаются.
Это примерно так, как я говорю, да? А тому как даже немножко зрительно. Ну я бы учил это. Команда нужна, конечно. Хватает времени, чтобы соответствовать. Ну, что ты его удалил. Подвалил, а просто выстрелил. Обиделся. Да, нихуя, не знаю себе!
Вот оружие. Что я делаю? Ты сказал мне то. Перезаряжаю. О, да. Тут поблизости кто-то из этих ублюдков в жаке. Молота! We'll be right back.
опять за свое скрыть. И, да. Окей! Этому кранты! Хотя, ты... Черт, это слишком громко! Кто-нибудь выключите ее! Есть! Есть громила! И все, что ли? Да ну так неинтересно. Я забрал там это. Я вообще не ненавижу! Хватит валять дурака! Спасибо, Зой! Зой, Зой, Зой! Просто обожаю ее имя! Фейерверк смешанный... Громила! Правда, фейерверк не особо-то видать. Взял шприц! Все внутрь! Ты, наверное, забыл, что я скилл. Кто админ? Скилл. Взял шприц. Ну и пусть приходит. Я его жду. Ну он как раз вот и заходит. Вот и о-о-о! Всех новым годом. С Новым годом. С новым. Давно себя не видел. Почти. Бегите же, бегите! Бегите же, бегите! Взял шприц. Ко мне пожалуйста. Сам взял и сдох. Стоп, 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 на помощь! За мной дорог. Прямо около меня. Пошалить? А чё я за ним? Каким боком? Кстати, погоди, 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 я заберу кое-что. Блин, не могу. 15 минут. А ты куда залез-то? Чё, я хотел на крышу там залезть. Посидеть там просто. До тех пор, пока я мне курил не смог. Сейчас, погоди, поможем. Бомба! Не-не-не, никого не баним. Блин, я думаю, нормально посижу на сервере с друзьями. Отпраздную этот Новый год. До тех пор, пока не свалили. Я захожу, думаю, Найтбул, Формоза, потом он будет сидеть. Но нет, там только два спортсмена и, конечно, так что, кубики приходил, потом его дальше мне выбросило из севера. Вернулся, смотрю, потом упаковка и скрэч. Бегите же, во-первых, бегите! Это Алина уже давно не может осилить. У нее проблема с Алиной. Она... Когда этот персонаж Windows... Ну, пробуй перепрыгивать, я гравитацию вроде бы включил, попробуй. Во!
Чего там про... Вот чёрт! Я вижу с слизью! Ой, тренер! Ёлки, это... Кто тут накидал? Не, это у нас крыш. Кто Сивер накидал? Не, ну, не упали тогда, что Новый год, чуваки. Ну, Новый год же на дворе, поэтому фейерверк рекомендую. За мой счет. Даже полетело. Бегите в футбол. Да, он так не загорит, его надо подкидывать только. Ох, как меня утащил, Саран. Ты бы видел в тот момент, как это от моста до крыши там вроде бы не было. Так, прям по курсу зубных. Ой, хомячок, хомячок. Нет, конечно. На меня попало это горячее дерьмо. Друзья, это святое. Сейчас тут будет слизь. Или ближе, или полетать. Давайте, давайте, прикинь, какой же все-таки дотянулся. На гравитацию, лишь бы только не пропал, спал. И плевальщица последним ударом меня так отшлепала. Ну уже вставай.